Здравствуйте, друзья! Продолжаем ономатопоэтику разбирать. Сегодня будет тема погода. Мы возьмем 12 хороших, полезных ходовых выражений, связанных с погодой. Я думаю, что потом будет вторая часть, потому что, конечно, их про погоду много, как и про все остальное. Начнем. Сначала список, потом будет тест и задание, и все эти материалы будут в группе ВКонтакте. Ссылка под видео. Итак, первое. Заза – шум падающей воды. Дождь, волны, да? Пример. Амэнга заза футэйрю. Идет проливной дождь. Далее. Поц-поц. Может быть, еще поцури-поцури. Кап-кап маленькими капельками про начало дождя, да? Вот закапал дождь – это часто этот поц-поц. Например. Амэнга поц-поц фури хазимэта. Закапал дождик. Что-что – моросить о дожде. Что-что амега футейру. Дождик моросит. Пара-пара. Стучать, брызгать, шелестеть. Например, сегодня утром тоже погода была безрадостная, поливал мелкий дождь. Кэсамо кири самега пара-пара фурусу кири то синаю тэнки дэшта. Вот, значит, по поводу пара-пара. Видите, здесь звездочка. А еще перелистывание страниц в флипбуках, да, например, есть пара-пара манга. Вот, могут быть аплодисменты тоже, вот, хлопки аплодисментов. Пара-пара хакусю. Вот, также пара-пара может быть бара-бара. Это будет как отдельные большие капли дождя, так и градины, вот, это будет бара-бара. Еще про что-что хочу сказать. Смотрите, видите, здесь... За-за то, поц-поцу то, пара-пара то. Что-си-то просто так. То есть нету что-си-то-то. Я думаю, из фонетических соображений. То есть с вот этим словом вот так выглядит. Что-си-то-аме. Без то. С дождиком закончили. Пика. Пикачу все помнят. Пика-то – это просвет молнии. А пика-пика – это когда что-то блестит и блестит, повторяющееся. Да? А вот это пика-то – это когда... одна вспышка. Это касается всей ономатопоэтики, да, что-то однократное, видите, без повторения, это же не просто так все. Вот, и звук грома, гору-гору. Пример будет у них общий, значит, ну, вообще, молния сверкает, это будет инабикари га хикару. Вот, а звук грома это каминари га нару. Вот, пример. Инабикари га пикато хикате кара скосио курете гору-гору то ото га кикоэта. Сверкнула молния с небольшой задержкой, раздался грохот. Далее, зиме-зиме, шита. Сырой, мокрый, болотистый. Например, аме га футте зиме-зиме штейру. Идет дождь, на улице влажно. Сойо-сойо. Нежно, легко о дуновении ветра. Например, казе га сойо-сойо футтейру. Бю-бю, просвист ветра сильного. Пример. Хитобанжу, бю-бю, то когараси га фукиарета. Целый вечер бушевал. Холодный осенний ветер. Значит, когараси – это, собственно, холодный осенний ветер. Дон Юри. Шита, пасмурный, серый, про погоду. Например, кинова дон юри шите кибун но мэйрю ичиницу да... Господи. Вот она, техника. Ичиничи. Она же не может ошибиться, поэтому зачем проверять. Ичиничи да та. Вчера было пасмурно, и настроение целый день было подавленное. Про этот Дон Юри спросила меня ученица, как бы его так запомнить. Говорит, подайте какую-нибудь творческую ассоциацию. Итак, что я подала? Значит, Дон Юри – это у нас пасмурный серый, да? У Дон О Табе Нику Юри Утини Тахо Гаи. Да, чем идти? Есть У Дон, Дон. У Дон О Табе Нику Юри. То есть удон юри, да, чем удон есть в такую погоду пасмурную, серую, лучше дома посидеть.
поняли идею. Правда, она, ну, после этой ассоциации сказала один раз «удон йори». Он все-таки да, просто «дон йори». А далее. «Пока-пока». Чувствовать приятное тепло, теплый, приятный. Например, «харуно хизаси». «Ва, пока-пока то, татака куте кимочи гаи». Приятное тепло в лучах осеннего солнца. И последнее. «Муси-муси». «Суру». Жарко, душно. Например, «ацуй». Си, муси муси суру но де, зюкусуй де кинаката. Было жарко и душно, поэтому я не смог хорошо выспаться. Вот здесь си это грамматика, поняли? Много си. Перечисляем, что и жарко, и душно, и поэтому не выспался. Вот, все, переходим к тесту. Так, тэнкью аравасу гионгу гитайгу. Что такое гионгу и гитайгу, я вам рассказывала в видео. Вот в первом из этой серии про ономатопоэтику в принципе, да? Значит, здесь у нас есть 9 слов, все они были в нашем списке, и картинки, да? Значит, первая картинка – дождь проливной, влажно, гадко и ужасно, да? Идет дождь, и дза-за у нас тут нету. Значит, здесь будет что-что, правильно? Так, давайте мы будем выделять. А вот это у нас будет что-что. Про дождик. Здесь ему жарко, и, судя по лицу, он недоволен. Значит, это будет муси-муси. Здесь у нас влажно и мокро. И его надежда мокрая, сушится. Все мокрое, влажное. Наверное, это зиме-зиме. А начинается дождик. Да, поцу-поцу. А, дза-дза у нас есть. Значит, вот здесь, вот у нас дза-дза, это в первой картинке. Вот, и здесь поцу-поцу, это наш дождик начался. А вот здесь он идет каплями и моросит. Это будет что-что. Вот, все, дза-дза потеряла, извините. Я вообще болею и решила видео запилить. Нельзя же отдыхать просто. Правда же? Так, дождик. Сказали все про дождик, значит, вот этот что-что. А это бю-бю у нас завывает, шумит ветер. А здесь приятное тепло у него, пока-пока. Приятный ветерочек, да, с этими, с колокольчиками. С ветряными сойо-сойо, и осталось пасмурный дон-йори. Не очень удобно тут перелистывать, но сам этот PDF, да, с этими заданиями, он будет ВКонтакте. Вот, можете его скачать. Следующее задание. Нам нужно назвать слова, которые выражают, значит, первое казино в кикатау аравасумоно. У нас было два бю-бю и сойо-сойо. Завывание и легкий ветерок. Амейно фуриката у аравасумоно. У нас было за-за проливной, что-что моросящий, поцури-поцури, тоже моросящий, особенно про начало дождика. И в нашем личном списке был еще пара-пара или бара-бара тоже. Кион ящ цудо но йосу аравасумоно. Значит, температуру или влажность. Значит, про влажность было зиме-зиме, а про температуру было муси-муси, духота. И пока-пока про приятное тепло. Вообще все эти слова, киун, цудо, про них было отдельное видео. Называлось «100 слов на тему погода». Посмотрите тоже в лексической рубрике. Далее, кумурино йосу аравасумо, но это было только дон йори. Да, когда мы в пасмурную погоду не пошли есть удон. Далее здесь соединяем. Цую ва каби га хае ясуй дес. Зиме зиме стеймас. Значит, каби, вот это симпатичное слово, там иероглифы симпатичные, это плесень. То есть во время цую, во время вот этого восточно-азиатского циклона, периода сезона дождей, цию, да, легко возникает хайясуй, возникает легко плесень.
Поэтому мы выбираем влажность. Зиме-зиме. По поводу глагола хаэрю. Хаэрю – это как то, что произрастает само. Не то, что мы сажали, и оно растет, а то, что ну, ногти, волосы, сорняки, плесень, все, что вырастает само без нашей, без нашего заказа. Вот. Кабига хаэрю – растет плесень. Второе. Нихон но нацу ва шицудо га такай десь. Летом в Японии высокая влажность. Ну, здесь явно про муси-муси, про духотищу еще. Окина тайфу га кимашта. Пришел большой этот тайфун. Значит, вот оно. Казе ва бю-бю, аме ва дза-за. Забывает ветер, поливает дождь. А кимочи казе га фуйтеиру. Это наш сойо-сойо. Фуйтеймас. Сорога кураку натте кимашта. Потемнело небо. И вот она пасмурная дон-йори. Дон-йори стеймас. Аме га фури хазиме машта. Когда дождик только начался, это поцури-поцури. Сизука наме дес. Легкий дождик что-что. Капает, моросит. А это как те кимочи га и хару но хи дес. Пока-пока. Приятные лучи солнца нас греют. Далее, в этом задании нужно свои примеры придумать. Тоже можете придумывать. И вот в этом задании это разговорное задание. Мы спрашиваем, какую погоду собеседник любит, не любит. И, используя ономатопоэтику, отвечаем на эти вопросы. Вот примеры диалогов. Тоже занимайтесь и отрабатывайте. На этом с погодой пока все. До свидания.